Итак, иду на прогулку. Сегодня 12 мая 2017 года. Идем на частный рейд, так скажем, делать очередной репортаж. Во! Здравствуйте! Приятного аппетита вам, господа! Как дела? Как дела? Здравствуйте! Пока никак. Гляжу, у вас хорошая закуска фирменная, да? Ясно. Да нет, хотел бы снять у вас репортаж, как живете? Как вам живется всем в этом мире? Государство никак не беспокоится ни о чем о вас, да? Ни церковь, ничего вас так приглядно не приветствует? Или как вы сами к церкви-то вообще, в церковь ходите вообще-то? Да, каждый день. Что там, хоть вам это самое, дают какое-то питание в церкви или что? Подают. Ну, подают вообще-то? Подают немножко. Да, подают немножко, да? Выгоняют охранники. А, выгоняют охранники вас? Из-за чего вас выгоняют оттуда охранники? Охрана нас даже это... А вас вот... Погодите, как вас величать? Величать, как вас? Меня Сергей, да, зовут. Сергей. Вас как величать? Игорь. Игорь. Вас как величать? Лена. Ну, очень приятно. Меня Алексей звать. Вот. Приятно. Я снимаю репортаж. Независимый народный репортаж о городе Дзержинске. Давай запишем вот эту хуету. Нет, я хочу сказать... Нет, погоди, ругаться не надо. Давай по-хорошему, потому что это все пойдет в эфир, понимаете? Вот, потому что вот тут вот есть Володя Князькин, я его по осени делал репортаж. Вы, наверное, его знаете, да? Володю Князькина такого. Знаем, знаете, он где сейчас вообще пропадает? Я его сейчас вот не вижу. После того эфира он вообще, кстати, из глаз... Давно не видели. Давно не видели его? Я радуюсь, смотрите, этим делом занимается. Нет, я серьезно говорю, то, что вот вы вот вы это... Вы курите? Да нет, спасибо, я не курю, извините, вы покурите, а я с вами поговорю, так скажем. Вот, я хочу сказать, вот в прошлом, например, вы сами все вот где-то работали, где-то жили, да? У всех... Живем. Нет, у вас есть вообще-то квартира, там дом? Есть, да? А где, если не секрет? На Морковника. На Морковника. У вас вот, например, Лена. На Светлого. А? На Светлого есть тоже, да? А у вас? На Космонавтов. На Космонавтов? Была квартира или есть? Она до сих пор... А, до сих пор есть, да? Бать, так, это понятно. Я хочу что сказать. А вот, например, работать как вот вы сейчас хотите, или желание есть, или просто уже отпало все желание от такой жизни? Хотим. Хотите, но... Но почему, почему? Отец, я работал вообще тамадой. Тамадой работали? Да. А где, если не секрет? У нас была своя фирма. У вас даже в Дзержинской телекомпании был наш человек. А кто такой, если не секрет? Расскажите. Витя Андронов. Так, знаем такого. Ясно, знаем. А нет, а почему вы вот так вот решили? Он оператором работал. А вы кем? А вы тамадой? А я тамадой работал, диджеем. Диджеем? И диджеем, и тамадой. Ну, я приветствую, я сам музыкант. Вот. Музыкант? Вот так да. Же? Да. Ну, нет, я серьезно, я песни сочиняю от Дзержинске. Много песен. Я в интернете выставляю много песен от Дзержинске. Вот. Вот я вас теперь хочу спросить. Допустим, вот такое дело. Я хочу все заострить внимание на то, что вот, например, в церкви вам что-то предлагали, какой-то уют, например? Нет. Здесь нет. Нет, да? Нет. Вот и нет. А в Жолнино? И в Жолнино нет. Вред. Предлагали. Предлагали уют? Нет. Там предлагали только... Отец. Продуктами. А, продукты? Питанием. Ну, питанием. Ну, это и то хорошо. Да. Питание. И то хорошо. Бай. А где предлагали? Где? У баптистов. У баптистов? Это нет, что, серьезно, у баптистов предлагали вам это? Там, значит, приют вам предлагали, да, полный, да? Это им предлагали, не мне. Нет. Тебе не предлагали? Нет. А вам предлагали? Понятно. Ну, вы как христиане, вы просто-напросто туда не пошли, правильно? Нет, вот туда не туда.
тоже не обманет. Правильно. Ну, правильно, нет, я порядком вас это приветствую, правильно, правильно. Потому что баптист, и вы сами знаете, кто это. Баптист, он есть баптист. Это я скажу, деградация веры. Правильно? Деградация веры. Вот у нас христианская вера, а баптист это уже совсем христианин. Высшее образование, 100% высшее. Ты, брат, что кончал? Не понял. Что кончал? Какую? Ну, у меня есть техникум, институт. Я знаю. Вот. Если Андрону Витьку видите от Никиты, ему передайте большой пламенный. Какой? Привет. Привет? Да. Или на букву Х привет? Нет, не понятно. На букву Х. Ладно, не ладно. Надо. Всем привет. На букву Х. Ладно. Не надо. Христиане. Ну ладно, друзья мои, спасибо вам за ваш комментарий. Еще вам пожму руку. Вот, давай пожму руку. Всего вам хорошего. Ну что скажу? Андронову привет большой. Эта передача будет в эфире через 2 дня. Так скажу вам. Добро, вот. Это надо. Да. Не... да. Это надо. Ну ладно, всего хорошего вам. Будь добро. Спасибо. Что скажу сегодня про сегодняшний репортаж, но вот определенный, который мы сегодня засняли. Очередной независимый народный репортаж наш. Встретили определенную кучку бомжей, которые на лавке, так скажем, завтракали или обедали, или, может быть, уже ужинали. Вот. Что закусывали. Что Бог, подал им, то они и ели. Вопрос один. Власти, дорогие, города Дзержинска, когда мы сможем навести порядок в такой сфере, как люди до сих пор на улице у нас находятся, много беспризорных, поглядишь, вокруг свалок обитают, где-то в кустах, где-то, значит, в лесном массиве Первомайского леса, везде, повсюду одни кругом бомжи. Неужели ни власть, ни церковь об этом ничего не думает? Или всем насрать, я так скажу прямо, наплевать на все это дело? Давайте-ка, люди, не будем равнодушными. Не будем просто проходить мимо них. Надо задуматься, куда людей разместить, если церковь не может, если она тоже, так скажем, сторонится этих людей. Давайте совместно власть что-то решать и что-то делать. Так нельзя. Как говорится, от сумы от тюрьмы не зарекайся. Этот случай не единичный. Вот поглядите везде вот сейчас, они сидят. Где-то там в кустах, где-то, например, где-то в каком-то палисаднике, даже вот в больничном, так скажем, фойе бывает они, когда холодно, приходят сюда кушать. И их действительно еще выгоняют, плюс. Это что такое? Значит, по-вашему, вы люди, а они нет? Так нельзя. Люди все. Только кто-то кинутый, так скажем, а кто-то еще пока теплится на выходе перед китком определенным. Вот. Все?